выходит Никита на резанный удар. Ему нужно продолжать делать свое дело. 0:30 на подаче. Продолжается первый сет. 6:5 идет Никита, но у него 0:30. Тайбрейк первого сета.
оказался билетом 3-2. Никита уже говорил, очевидно, что ошибся, но судья промолчал. Не хочется еще раз сделать критические замечания в адрес организаторов турнира, потому что, конечно, судейство должно быть более четким. Безупречен в атаке Никита, безупречен. Потри переход. Вот мы увидели очередную атаку Никита с выходом вперед, которая закончилась результативным очком. Девушек в это время во втором сете 2-1. Во втором сете позже Конопатской и больше не на подачу.
воздушное дыхание. Аут. Где-то сантиметров 5 по длине. Расстроенный бег. В общем-то, Никита при розыгрыше данного очка выбрал верную стратегию главного удержания. Первый сет остался за Никитой Кашириным. 7-6. На тайбрейке он выиграл 7-5. Мы переносимся на корт к девушкам. Время 11:09. Виктория Конопатская вернулась после медицинского перерыва, начала играть второй сет, и вот уже 2-2. 2-2 во втором сете, и на подаче Марии Тимофеевой счет 15-30. Не проходит первый мяч. Мария идет забирать мяч. Ну, можно сказать, что это такая. Можно предположить, что это некая тактическая хитрость, чтобы дать себе паузу. Конопатская атакует и пробивает ваут. Мария сыграла на удержание, в общем-то, справедливо. Не проходит у Марии мяч по прямой. Меньше на ее подачу. Ровно.